Bundan sonra hiçbir şey ertelemek yok. Özellikle de seninle ilgili şeyleri. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После теплого сближения Берана и Дилана в кабинете. Беран говорит, что с этого момента не нужно ничего откладывать, особенно вещи, связанные с тобой, и Дилан целует Барана в щеку. Джавахир Бей приезжает выразить соболезнования Барану. Баран говорит своему отцу, господину Кудрету, что я пригласил его на вечер ассоциации. Господин Кудрет спрашивает Барана, ты пойдешь, да? Севрии и госпожа Ханифе теперь смотрят друг на друга, и пока Севрии спрашивает, как можно было скрывать что-то подобное столько лет, Джавдит слышит все, что они говорят, и сталкивается с Севрией лицом к лицу. Господин Джавахир машет брелком со множеством ключей в руке в сторону Сабихи, и судьба мира решается за запертыми дверями. Очень разгневанный Фират подошел к Гану Хасану, который пил кофе у бассейна с Гэжу и Азади. Разве отец так старался бы сделать своего ребенка несчастным? Он спрашивает. Когда он хочет поговорить с Гулем, Гуль ведет себя по отношению к Фирату. Дилан плачет и говорит, почему мне каждый раз грустно. Моей любви и сил хватит на тебя, пока ты со мной всю оставшуюся жизнь и обнимаешь Дилана. Баран идет к Дерье и просит у Дерье отчет, потому что пропал новый файл о Сабихе. Пока Берон и Дилан разговаривают в саду особняка, Дилан входит сердито, и Баран смотрит ему вслед. И Берон приходит к Дилану и говорит, «Я не могу видеть, как расстраивается тот, кого я люблю, особенно ты, точка». Он обнимает Дилан и целует ее в голову. Джавдит очень опечален услышанным и думает, что Дилан должен знать эту правду, поэтому отправляется навстречу Дилану. Джавдит, несмотря ни на что, мама – это лучше, чем жить во лжи. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.